Свежий, чистый воздух, солнце, пляж, песок. Такое ощущение, что находишься не на зеленом острове в городе Черкесске, а где-то на побережье Черного моря. Здесь все располагает к тому, чтобы провести отдых с пользой для души и тела. В эти выходные город Черкесск встречал у себя прославленные команды. Технолог «Спартак» из Белгорода и «Екатериндар» из Краснодара. Во второй тур чемпионата России вышли также сборная Карачаева-Черкесии и команда республиканской столицы. Игру спортсменов оценивали судьи международного класса. К нам в республику прибыл и член комиссии по пляжному гандболу Федерации России Аркадий Халявский. С этим стадионом черкесским связаны практически все последние годы моей работы в пляжном гандболе, потому что вместе с руководством города мы разрабатывали концепцию создания стадиона пляжных видов спорта. И на определенном периоде это был вообще лучший стадион в России. Но сейчас таких стало два хороших. Мы решили ту же самую проблему у себя в Ставрополе, так что и вас в гости приглашаем к нам. Мы сделали тоже такой же сертифицированный приличный стадион, на котором можно проводить соревнования любого уровня, в том числе и международные. В Черкесске же этот стадион, ну, сейчас из действующих я продолжаю считать лучшим в России для гандболистов. Еще несколько лет назад мысль о том, что в республиканской столице может появиться подобная игровая площадка, была чем-то из ряда фантастических. Не секрет, что в нашей республике приоритет отдается единоборствам – карате, дзюдо и вольной борьбе. Из массовых видов спорта развиты футбол, волейбол и баскетбол. Что же касается гандбола, этот вид спорта в былые годы был не менее популярен в Карачаево-Черкесии. Наша сборная на протяжении многих лет составляла достойную конкуренцию лучшим командам страны. Спортсмены занимали призовые места на чемпионатах России. Но в период перестройки, не получив соответствующего финансирования, гандбол как вид спорта потихонечку начал угасать. Теперь, можно сказать, он в нашей республике при поддержке мэра города Черкесска Руслана Тамбиева возрождается. В прошлом году команде из республиканской столицы «Спартак Черкесск» удалось занять достойное место на чемпионате России. Тамбиев Руслан Ильич пригласил, позвал, сказал: давайте будем играть. Только будем, ну, назвал команду «Спартак», против чего мы не возражали. Вот уже четвертый год мы играем как «Спартак Черкесск». Представляем республиканский центр во всех всероссийских соревнованиях. Результаты какие? Я же говорю, в том году впервые в истории республики вообще команда по спортивным играм стала призером чемпионата России. Плюс в финале Кубка России мы проиграли команде Краснодара в упорной борьбе. То есть были, ну, Кубок России вторые, чемпионат России третий. Пляжный гандбол – молодой вид спорта. Он получил свое начало в 90-х годах прошлого века в Италии. В настоящий момент он развит в более чем 40 странах мира, в том числе и в России. Сегодня спортсмены из нашей страны на равных борются с соперниками из Европы. К примеру, команда из Краснодара, которая в эти дни побывала в Черкесске, не раз выигрывала престижные международные состязания. Раз пять выигрывала чемпионат России команда. Вот последние 4 раза мы выигрываем ее, чемпионат России. 2 раза подряд мы выиграли Кубок европейских чемпионов. 3-й раз вторыми стали. Вот, постоянно в призах Евролиги. Это как чемпионат России, только среди европейских команд. То есть там тоже своя система. Ну и наша команда – это костяк национальной сборной. Вот сейчас поехала наша сборная, которая заняла 2-е место, и оттуда вся команда практически наша, 7 человек оттуда наши. Что же касается игр, состоявшихся в рамках второго тура чемпионата России, можно отметить, что соперникам пришлось изрядно попотеть, чтобы выйти в следующий этап. Начались спортивные баталии 30 июня и завершились 2 июля. К сожалению, на момент выхода нашего сюжета в эфир победители еще не были определены. Но, впрочем, не это главное. За 3 дня и спортсмены, и болельщики получили массу положительных эмоций, насладились яркой и зрелищной игрой. Фатима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.